Итак, установили съемные мониторы в этот автомобиль. Спереди у нас две штуки, сзади один монитор. Всего креплений 4. Дело в том, что клиент еще не определился, где именно на постоянке будет находиться монитор сзади, потому что дети постоянно туда-сюда бегают, меняются местами, ну, сами понимаете. Что касается самих креплений, обратите внимание, насколько аккуратно, по-штатному выполнена данная работа. Никаких погрешностей, дефектов абсолютно увидеть невозможно, потому что их просто-напросто нет. Что касается самих мониторов, здесь у нас разрешение Full HD 1920 на 1080 пикселей, диагональ 11,6 дюймов, операционная система Android версии 7.1, внутренней памяти 32 гигабайта, оперативной памяти 3 гигабайта. Также мониторы имеют у нас сенсорное управление и емкостное, то есть можно будет управлять сразу же несколькими касаниями пальцев. Это актуально при использовании каких-либо игрушек или при увеличении сужения фотографии. Сбоку у мониторов можно наблюдать разъемы под HDMI, под флешку формата TF, то есть маленькая такая, и USB. Можно подключать флешки USB или жесткие диски. Также здесь есть разъем под наушники. Что касается разъема HDMI, если в вашем автомобиле установлена система дополнительного интерфейса AirTouch Performance, то бишь Android, вы можете удаленно управлять контентом на этих мониторах. То есть вы с центральной мультимедии перешли в Android-систему, включили какой-то контент, фильм, мультфильм, неважно, перенаправили изображение по HDMI-кабелю в эти мониторы, и на всех, либо на каком-то одном или на нескольких, будет транслироваться эта картинка. Здесь есть также Bluetooth и Wi-Fi. То есть по Wi-Fi можно будет подсоединиться и лазить в интернете. Если в вашем автомобиле нет Wi-Fi-блока, в наших установочных центрах их можно установить. То есть такой совсем небольшой блок устанавливается на несколько сим-карт. Блок сам выбирает оператора, какой наиболее лучший в данный момент предоставляет сеть. То есть на весь автомобиль можно будет раздавать сеть интернета. По Bluetooth, соответственно, можно будет подсоединять какие-либо устройства, например, те же самые беспроводные наушники. Мониторы снимаются быстро, устанавливаются точно так же быстро. Это можно сделать буквально одной рукой. Сняли и установили. Эти мониторы хорошо вписываются в экстерьер автомобиля, подчеркивают его престиж, его статусность. Любому пассажиру найдется чем заняться во время той или иной поездки. И уже не будет посиделок в телефонах с испорченной осанкой, с испорченным зрением, потому что все перед глазами. Дисплей у нас большой. Более того, здесь можно наклонять. Это правильный выбор клиента, это правильное решение позаботиться не только о своем досуге, да, установив дополнительный интерфейс на базе Android, но еще о всех пассажирах в своем автомобиле.